Раннее утро. Брестская крепость. 4 часа 15 минут. Начинается ураганный артиллерийский огонь. Затем внезапный штурм. 18 тысяч немецких солдат 45-й пехотной дивизии атакуют защитников крепости. Так началась самая кровопролитная война в истории нашей страны. Мы знаем, что Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб нашему государству, другим государствам. Самое главное, что более 28 миллионов человек ушли из жизни на территории Советского Союза. 1418 дней и ночей советскому народу предстояло пройти через нечеловеческие испытания. Пройти и победить. Мне 16 лет было. Нас в истребительный отряд. Мы в истребительном отряде находились, охраняли мосты. Охотников до нашей земли очень много. Поэтому, значит, наша страна и наша молодежь должна об этом помнить. Если мы, ветераны войны, завоевали эту победу, то эту победу надо удержать. На белоснежных рубашках георгиевские ленточки победителей. В Центре военно-патриотического воспитания музей Диорама накануне Дня памяти и скорби прошла встреча сенатора Сергея Лукина с активом Совета ветеранов Советского района и школьниками. Мои прадедушки, прабабушки пошли на войну, чтобы отвоевать нашу страну. Для мальчишек и девчонок эта встреча уникальна. Настоящие герои. Вот они, совсем рядом сидят. На парадных мундирах десятки боевых орденов и медалей. Героев чтить, не забывать. Хранить их имена в экспертных списках. Об их отваге всем напоминать. И для святых подножием обелиска. Сергея Лукина и Совет ветеранов Советского района связывают давние отношения. Сенатор внимательно относится к проблемам ветеранов, помогает в сложных ситуациях, организует поездки по местам боевой славы. Ветераны уже посетили Мамаев курган в Волгограде, побывали на Прохоровском поле. Теперь сенатор организовал для них экскурсию в музей Диорама. Прохоровское поле, танковое сражение. Я много раз там был. Был там полностью обновили парк. Бесплатная подписка на парламентскую газету уже в течение 4 лет. Тоже заслуга сенатора. Вот и сегодня сертификат получили около 150 человек. Инициатива председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, она нашла практическое применение в жизни. Это первоисточник информации, который сегодня отражает именно те реальные события, которые происходят на территории Российской Федерации. Золотые эполеты и кирасы 19 века. Экскурсия по залам музея. Ветераны Второй мировой знакомятся с историей и подвигами своих предков, героев Отечественной войны 1812 года. Аполлон Марин тогда совсем еще не генерал, а юный офицер, который сражался на поле Бородино, там, в Багратионовых Крешах, получили серьезные ранения. И молодое поколение обязано просто знать, какую историю российское государство, Советский Союз, Великую Отечественную войну прошло, для того, чтобы помнить, что было, для того, чтобы не допустить это в будущем.